Упражнение «Разбуди вегетативную нервную систему». Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки на поясе, большие пальцы рук в области 12-го ребра за спиной, локти максимально вперед и в стороны. Почувствуйте свою ось. Возможно, вы почувствуете ее вне тела или деформированную. Мысленно заглубите пальцы до центра Земли. Одновременно поднимитесь до звезд. Порядок выполнения. Посмотрите на анатомию сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка, чтобы лучше понимать биомеханику упражнения. На вдохе поднимите нос, чтобы мышелки затылочной кости соскользнули кпереди, и поверните нос вправо. Порой достаточно посмотреть направо, чтобы выбрать весь объем кругового движения в суставе C0-C1. На выдохе опустите нос вниз и верните к центральной линии, продолжая ощущать движение затылочной кости на первом шейном позвонке. Можно также сопровождать движение головы движением глаз вверх, вправо и вниз, чтобы тренировать глаза и включать нейромышечные рефлексы шеи. Затем на вдохе поднимите нос, чтобы мышелки затылочной кости соскользнули кпереди, и поверните нос влево. Порой достаточно посмотреть влево, чтобы выбрать весь объем бокового движения в суставе C0-C1. На выдохе опустите нос вниз и верните к центральной линии, продолжая ощущать движение затылочной кости на первом шейном позвонке. Можно также сопровождать движение головы движением глаз вверх, влево и вниз, чтобы тренировать глаза и включать нейромышечные рефлексы шеи. Таким образом, в полном цикле движения нос описывает горизонтальную восьмерку. Продолжительность. Выполните 10 раз полную восьмерку. По мере тренировки ощущений вы научитесь чувствовать восстановление свободы движения, дыхания и энергии. Сможете добавлять или укорачивать время на упражнение. Физиологическая эффективность. Освобождение движения в C0 в C1, согласованное с грудным дыханием, приводит к сбалансированной работе ортосимпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и улучшению деятельности сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, иммунной системы, гормональной и других систем. Энергетическая эффективность. Упражнение дает прокачку энергетических центров головы и освобождает нисходящие каналы энергии, которые проходят от неба через тело в землю.